Представляю аранжировку пьесы Генриха Пахульского «Фантастическая сказка». Характер музыки трепетный, сказочный, местами величественный, ликующий. Темп подвижный. Тематический материал изложен в основном в среднем и высоком регистрах. Фактура пьесы разноплановая, широкого диапазона, плотная. Аранжировку я выполнил в программе Cubase с использованием VST инструментов Eddie Orchestral и Steinberg Hypersonic. Я инструментовал эту пьесу тембрами музыкальных акустических инструментов, электронными тембрами и звуковыми эффектами. Видеоряд выполнен в программах Pinnacle Studio и Adobe Premiere Pro. В качестве видеоряда я использовал фото и видео на тему космоса и природных катаклизмов.